у нас в театре на Таганке 15 июня состоится премьера спектакля «Гедда Габлер» по известной пьесе Ибсена в постановке Гульнары Головинской. Так, и вы там? Я буду играть Геду Габлер. Так, то есть это главная роль, да? Это главная роль, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».